Все? ДТП! Вызываем гаишников. Камеру разбил. Что, серьезно? Да. А что она наружу делает? А что она наружу делает? А что ты делаешь на обочине? А я нарушаю правила. За это полагается штраф. Да. Остановите транспортное средство. Обязательно. Прижаться к обочине. Гадея с поганым номером мечтаем вам. Прижаться к обочине. Граждане негодяи обочинщики, быстро перестроиться в свою полосу. Приготовить кошелек для выплаты штрафа. Немедленно! Виска крутить. О, смотри, там шути. Нельзя так ездить. Скорый лайк. Неопознанный летающий объект. Да вот смотрите, мы едем, вот тут не видно, вот мы едем в пробке, в глухой, в принципе, держа обочечников, мы в конце концов поехали. То есть, о, летит чепушилка.
Врезался в скорую? Да, чмы, врезался в скорую. Пидарас. Видите, к чему приводит? Езда, блин, по обочинам. Взял, вхерачился в скорую. А этот человеку где-то плохо было, она куда-то ехала. Между прочим, не нарушала правила дорожного движения. В отличие от этого упыря. Обочечники все говноеды конченые. Это не водители, это конченые ублюдки. Да. Я хотел запикать Сегодня мы разберемся.
ее покажи, не пристегнутая. Лезь. Это тот, который... Да, как ты меня назвал? Да, по-моему. Не, он не проехал. Он пищит. А что, если будет прикольная разборка, чё? О, вот они все. А вот и эти. Снимай. Вот уже нам врезали сюда. А, нам налево надо. Смотри, слева. Задумка класс, парни, ну сегодня день такой. Людей. Случайно, по дороге ехали. Ну не надо нарушать, не надо. Я знаю, это молодцы. Молодцы? Да. С нами? Да. Хорошая задумка. Это у нас бить будет? Мы надеялись. Да, мы очень надеялись. Задумка, блин. Ну видите, хорошая задумка. Надо осуществить. Да. Павлик, давай это, а то этот Ян с дорогом это сделает. Блин. Че? Пробка кончилась, че?